И встреча снова разных физик. Банит Шторм Медиву, Монстрик банит Абидос. Я надеюсь, мы не будем играть Энигму. Пожалуйста, Монстрик, забани Энигму, пожалуйста. Шторм банит Амарант, и остается у нас либо Контач, либо Энигма. И Монстрик банит Энигму. Отлично, смотрим Контач. Шторм, ок. Окей. Играем в начале ЦП, а потом играем в ИКУ-3. Ну и давайте перейдем. Поехали, по 10 минут у игроков есть время. По сути, так и получается. Вообще-то. Да, эффект на самом деле прав. Так, у Монстика что-то пинг большой слишком. Нет, все, все хорошо. С пингом 19.30, надеюсь, что ни у кого ничего не лагает. Да, щиты за Монстика. Давайте поддержим нашего дорогого. А, ну эффект, кстати, ты знаешь, кто такой Монстик? По старому нику. Скажу я тебе, что это БГ-рок. Что ты мне на это скажешь? Так, отличный пока мувмент от Шторма. Чекает первый флаг. С очень классным роутом, с 2х. Переходит гранатом и... делает классный 2х гранат. Залетает в телепорт. 26.2 просто. Просто Шторм разрывает. БГ-скала, да. О, я справку вызвал. F1 случайно нажал. И просто стоит, что он просто встал. Сделал 26.2 и просто встал. У Монстрика... anyway, есть шанс. Не-не, сейчас Монстрик сделает, смотри, грязь. Ты видишь эффект, что он делает вообще? Пошел в Q3-3. Да, у Монстрика есть ролл. Шторм паль дорожку Монстрика через стрим. Yeah, AFK show. It's not good, but it's just his design. Окей, мы просто тогда сможем насладиться больше игрой Монстрика. Ничего в этом зазорного нету. Почему-то отказался Монстрик от своей идеи. В принципе, это время есть. Есть еще целых 6 минут, почти 7. И можно реализовать, попробовать.
Шторм. Ну вот Пуни написал, что надо call 911. Овчаркин, видимо, вообще ушел, там на ФК было, но окей. Не слишком. Ой, у монстрика почти роут, кстати, получился. Это очень круто. Он офигеть, монстрик. Давай, 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 монстрик, давай. А Шторм, кстати, видно, что готовился, это на самом деле приятно. Монстрик читы включил, да. Ну, нет, бывает на самом деле, что дефраг лагает, нужно перезайти. Давай эффект, если ты прощаешься, то удачи тебе. Спасибо за огромное за карту, которую мы, скорее всего, увидим уже завтра, либо ее пикнет Энтер. Монстрик пытается дальше исполнить свой роут. Но это очень классный, это очень классный роут. Я был бы очень рад на самом деле видеть эту демку здесь. I guess no access. But I don't know actually. Что это, про что ты говоришь? А, ну-ну-ну, да-да. Это нормально, чё? Это не сложно, по идее. А, держи, повыше делай. Ну, может, карта днище ссаная, да, нос? Поэтому we don't have Amaranth tomorrow, как говорят великие. На самом деле, как бы, несмотря на то, что Шторм очень чистенько прошел ее, ну, в ВК3 это норма тоже. Ну, типа, в ВК3 там еще легче, по идее, потому что ракет медленнее летит. Но ты молодец, да, скинешь мне демку, я посмотрю, ладно? Так, монстрик пытается сделать свой классный роут. И это отличительная черта. Шторм сейчас делает отличный 2х. Чекает первый флаг и фейли 2х гранат, поэтому да. Таймы пока что у монстрика ничего. Минус как отрицательная карма Овчаркина, который зачем-то ушел вообще в АФК далеко и надолго. И 26.2 у Шторма. Пока что лидирующую позицию занимает. Но монстрик вот чекнул второй флаг. И, к сожалению, не получается у него РЖ. Я надеюсь, что... Да, все, финишировал. Теперь есть у монстрика тайм. Это очень хорошо. 41-4. Можно немножко подрасслабить булки и попытаться стараться лучше еще в течение двух минут. Ну, как говорил неподражаемый... Форастахе, главное не перестараться. И это очень верно подмечено, потому что нужно стараться в меру, как бы. Предлагаю поднять щиты за монстрика, потому что у Шторма явный перевес. Конечно, он бы тоже не отказался от поддержки, но на самом деле монстрику она немножко больше нужна. Просто если ты перестараешься, то может все очень плачевно закончиться на самом деле. Больше, больше щитов.
мы сегодня на самом деле не сыграли три карты. Точнее, две, да? Две карты мы сегодня не сыграли. Это Амарант и Медива. Остается у нас минута перед тем, как мы перейдем в физику родную для монстрика. Рейтинг у монстрика, по идее, выше. И в ЭКУ-3, на самом деле, он должен играть чуть получше, чем Шторм. Кеннекс травит пузо. За Медиву, да, щиты поднимают. Неплохо, неплохо, ребят. Щиты за Амарант, поддержим отечественного производителя. Нет, монстрик, ой, Кеннекс, ну давай это, самое. Чекает с не очень хорошим первым чекпоином первый флаг Шторм и вообще уже перестает стараться лучше. Петрович топ спид, топ сид, Петлович. Да, и монстрик уже тоже немножко руки опустил. Нет. Играем физику в приоритете того, кто по сетке выше. И все. Сменил ЦПМ на ЦПМ. Да. Спасибо. Поехали. ВК3 физика, родная для монстрика. И поехали. Где? Где таймер? Все, он пошел, слава богу. Итак, видим мы, что чат разделился у нас на две бригады, да? Болеющие за монстрика и болеющие за шторма. На самом деле, я бы на вашем месте так не рисковал, потому что я вас всех вижу на стримах twitch.tv/voodach. И там у меня есть власть. Я вас всех забаню, если вы не будете болеть за монстрика. Шторм вперед. Да. В общем-то, у нас уже лида. Шторм финиширует 41.8 эту карту. Так как у монстрика был, кстати, в запасе очень хороший вариант с гранатами, я думаю, что он может ему... И я надеюсь, что... Господин совести будет, он, кстати, вер на всех картах. Да, да, но у меня нет совести, поэтому делать я этого, конечно же, не буду. Так, и монстрик по-прежнему пытается исполнить данный трик с гранатами. Я думал, может быть, он для ВК3 припас что-то особенное, но на самом деле куда особеннее, чем вот эти вот Triple X. Он залетел под землю, под землю. Рокет. Главное, рокет. Монстрик, нет, не торопись. Старайся лучше. Офигеть, вот тролл ты. Ай, высоко кинул. Он занервничал вообще жестко, у него так получилось классно. Но он... Нет, все уже, да, не будет. Представляете, какое волнение там происходит у них? Это мы здесь сидим такие в тепле, типа, все у нас окей. А чуваки тупо сидят, потеют, короче, они нервничают, чтобы все получилось. И, кстати, Трикс почти-почти залетел. На самом деле, это тоже вариант вполне, я думаю, устраивает Монстрика, потому что... Сам по себе ролл достаточно быстрый, тебе не нужно полкарты бегать. Быть со кланом недостаточно. А кем нужно быть, чтобы ты или я болел за кого-то из... Да, им всем отключили отопление, чтобы они старались лучше, чтобы играли... Делали, разрабатывали статистический или как статичный ток, чтобы им было тепло. Там на Клайду, да, окно в Европу открыли там. Он вернулся в Рашку зачем-то. Не знаю, что может быть глупее вообще в Россию приехать? Зачем?
Ну да ладно, мы потом не поговорим. И да, кстати, всем участникам я хочу сказать, что я у вас возьму... Шутки шутками, а у нас сегодня реально 2 часа примерно. Просто мне нужно знать человека же как минимум. Но это вот, это верная позиция на самом деле. Мало быть со кланом, нужно знать человека. Это верно. Это верно, Илья, я тебя здесь полностью поддерживаю. И Монстрика, и Шторма я знаю, поэтому буду болеть за обоих кандидатов на проход в 1/2, точнее в 1/4. А, точнее, это у нас уже на 1/4. Да, нос. Нос, это 1/4 у нас на картинке, 1/8, типа. Такое. Сколько у вас градусов? У нас 50 оборотов. Итак, Шторм снова финиширует. 32,8. Обновляет свой тайм, у Монстрика по-прежнему нету тайма. Я не знаю, возможно, это очень-очень нервы. Да, это очень, кстати, хорошая придирка со стороны Тутти Фрутти. Ну, на самом деле, у Монстрика вот этот роут, он просто бешеный. Отлично гранату словил и первый флаг взял. Не торопимся. Просто стараемся лучше и не торопимся. Все хорошо. Ее, словил! Давай, давай, давай! Чё, зачем? Жестко. Да, спасибо, Нос. Никто не заметил, все в порядке. 4 минуты у нас остается, 5. Очень жаль, что не получилось. Короче, победил Монстрик, потому что у него роут круче. Да, на самом деле, да, у него роут реально круче. У него есть роут, видно, что он готовил эту карту. Или, ну, как минимум, готовился к турниру, да. Нельзя сказать, что Шторм не готовился, потому что мы тоже от него видим достаточно стабильный, хороший результат. И он, по идее, пошел именно по пути, который я озвучивал на, по-моему, на последних стримах. Про то, что... Либо не на стримах, но кому-то из озвучивал, что, типа, не нужно пытаться делать топовый роут. Так, нет, я сейчас договорю. Монстрик получился отличный трик с гранат. Проходит рокет-часть. Будет проходить просто с гранатой, да. Отличное решение. Отлично. Нет, не получилось. К сожалению, не смог затаймить. Будет попытаться еще раз, просто хотя бы просмотрит. Кипер ТВ, привет. Отличный рокет-джамп и... Да, 39,8, отличный результат, с одной буквально помарочкой. Вот не хвалива, не надо меня слушать. Чё он меня слушает, наверное, сидит на стриме, конечно. И вот, о чем я говорил. Я говорил про систему тренировки данных карт, что не нужно пытаться придумать какой-то убер-роуд, его там задрочить, оттренировать, прямо потратить на него много времени и так далее. Нужно просто более-менее выучить карты и проходить средним роутом. В принципе... Для времени отведенного, как бы, ну, естественно, все это будет зависеть от уровня игрока, но тем не менее, от времени, отведенного на каждую карту, вне зависимости там с ПМВ 3, да, 5 минут плюс-минус, как бы, по идее, более-менее чистого прохождения будет достаточно, я об этом не раз говорил, таймер начинает уже подмигивать, потому что 3 минуты остается, это очень-очень мало на самом деле. Но, и с другой стороны, это очень много. И у меня кончилась вода. У нас есть минус 7 рукой. Но это мы узнаем после матчевых интервью, которые я буду делать на следующей неделе. И вот Шторм у нас сейчас 39. Отличный результат. Остается 2 минуты. В Дискорде, надеюсь, никто ничего никому не пишет. Да, и возможно, я сегодня запишу эти интервью. Потому что укладываемся мы по времени гораздо раньше, чем думали. Да, у меня сушняк. Нет, потому что, ну, Пуни. Зуд на самом деле тоже очень много пьет. Потому что он много говорит. Когда ты много говоришь, тебе нужно пить, понимаешь?
Опа, нос в читайме перезашел. Опа. В текстовом или в голосовом? В голосовом. Я хочу записать в голосовом. Но если кто не хочет в голосовом, я запишу в текстовом. Это не проблема. Мы сейчас будет последняя дуэль. Я думаю, что всех заинтересованных я просто соберу и отдельно с вами запишу под какой-нибудь там мувик на фоне пущу. И мы с вами поговорим. Я это замонтажу. Я просто не могу лечь. Ну вот ты сейчас сможешь через часик? Так, остается минута. Ну, такой прям не монтаж. Просто красивенько оформлю там все, всякие эти. А чё, вот разные вопросы будут, Дима. Так, так. Ну, Кианекса тоже, естественно, я поговорю, потому что он непосредственно участник, просто тех луз, грубо говоря, словил. Нет, я досмотрю последний матч и свалю. Окей, тогда мы с тобой либо завтра, либо на следующей неделе в любом случае созвонимся. В домашнем видеоформате. Да-да. Ха-ха-ха, Илья знает толк в извращении. Ну, кстати, как я не съел, да. Promdf.ivi только. Пожалуйста, не путайте. Да, Кенок Стольятти, на самом деле. Anything? И Колб, и Белогут. VHS, да. Кстати, Пуни здесь, и мы можем все его поблагодарить за отличные два трейлера. Все, стоп тайм. Спасибо Пуне огромное за поддержку и за отличную карту для финала. И Шторм проходит дальше. Давайте посмотрим сеточку. Шторм проходит дальше и будет сражаться либо с Энтером, либо с Кетом. И узнаем мы это буквально через несколько минут.